Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым. Глава государства ознакомился с итогами экономического развития за первый квартал текущего года и влиянием мировых процессов на экономику Казахстана. В беседе Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность стратегического планирования и прогнозирования в процессе подготовки и выполнения государственных программ. Министерство является центральным. Текущие дела, над которыми вы работаете, мне все понятно. Это то, что мы занимаемся каждый день. Но задача министерства – смотреть вперед. Программы должны идти, само собой, разумеется, все, которые у нас есть. И вот в свете последних 5 инициатив, что делается и что дальше мы должны делать, министерство должно определять для всех. Министр национальной экономики, в свою очередь, рассказал об экономических показателях по итогам прошлого года. Рост составил 4% и представил отчеты о текущей деятельности министерства. Доложил о санкциях, которые были наложены на Российскую Федерацию, и их экономический эффект на нашу страну. Также кратко доложили о первом квартале. В первом квартале экономика выросла на 4,1%, то есть это выше, чем по итогам года. Сохраняется инфляция на низком уровне, порядка 7%. Глава государства дал ряд поручений активизировать работу, связанную с развитием экспорта, активизировать работу, связанную с исполнением государственных программ, обеспечение транзита –